Управление Федеральной службы госрегистрации и кадастра по Краснодарскому краю Александр Долгов возглавил меньше, чем 2 недели назад. В ходе рабочей встречи обсудили специфику работы в регионе. Вениамин Кондратьев отметил, что от решения многих вопросов, которыми занимается ведомство, зависит улучшение жилищных условий кубанцев. За каждым обращением к вам стоят люди. И это обращение людей, а подчас селян, которые не то что не знают, как заявление написать. Они никогда в жизни не были в этих кабинетах и в этих учреждениях. И вот здесь я просто прошу максимальное внимание к простым людям. Не зачтите за труд еще раз, лишний раз, где-то им объяснить человеческим простым языком, что от них нужно, чтобы они могли поставить свой дом, свою земельку на кадастровый учет, сделать из него объект недвижимости и в случае необходимости продать или даже оставить по наследству своим детям. Ну, я прошу именно такого отношения в работе. Владимир Иванович, спасибо вам за высокое доверие, оказанное мой адрес. Я всеми силами буду стараться воплотить его в качественную работу. Поставленные вами задачи, безусловно, будем выполнять с высокой долей ответственности. Так как Росреестр является сервисной службой, то есть службой, предоставляющей государственные услуги, всеми силами будем стараться, чтобы качество этих государственных услуг было на высочайшем уровне. Также на рабочей встрече обсудили вопросы контроля землепользования. Свободной земли на Кубани практически нет, а участки при этом стоят довольно дорого. Как обратил внимание Вениамин Кондратьев, сегодня важно, чтобы они не были заброшенными и использовались по назначению. И во многом этот вопрос зависит от принципиальной позиции руководства Росреестра, отметил глава региона.